Бараш! Как раз отдохнешь. Техника есть. Тактически подкован. Не хватает скорости. А? Кто здесь? Я фей, и вы только что спасли меня, мастерским ударом припечатав злого волшебника. Я хочу отблагодарить вас и выполнить какое-нибудь ваше желание. Так, сборник стихов. Нет, ямочку на подбородке уже поздно. Я хочу быть очень быстрым. Всегда? Да нет, ну зачем же? Только в настольном теннисе. Я вас понимаю. Семь соловей, ахалай-бахалай, абра-кадабра. Возьмите этот шар, и пока вы играете им, вы будете очень быстры. О! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Следующий! Подавай! Работает! О, ничего себе! Получилось, получилось! Теперь я самый быстрый, самый быстрый! Я! Что происходит? Мои подачи! Я быстрый! С барашем что-то не то. У него судороги. Получилось! Самый быстрый в мире. Нам нужно доиграть партию в теннис, иначе это не прекратится. О, боже, я лежу тут уже целую вечность. Это для вас 2 дня прошло, а для меня в 10 раз больше. Давайте его развяжем. Он такой несчастный.
мы не сможем поймать его второй раз. Ну и пусть. Помочь мы ему тоже не можем. Вот. По-моему, он захватил Нюшу. Последнее очко, и это должно закончиться. Бараш, ты как? Теперь нормально. А что с тобой было? Я был слишком быстрый. Не надо бояться. Даже если противник больше и сильнее, его можно победить. Потому что существуют приемчики. У всего есть слабое место. Вот если бы ты боролся с лопатой, какое у нее слабое место? Она наполовину деревянная, а наполовину железная. О, у нее нет слабых мест. Смотри, она неустойчива. Почему? Потому что у нее одна точка опоры. Вот тебе приемчик. Ты стоишь на двух ногах. Две точки опоры. А если потянуть, одна точка. Убираем эту. Противник повержен. А ну-ка, дай-ка. Так, нет. Сильнее, сильнее. Не получается. Наверное, я все-таки слишком тяжел для тебя. Попробуй сделать приемчик Карычу. Получилось! Получилось! О, молодец! Вы что? Вы что, с ума сошли? Ёжик, на себя! На себя ногу! Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Ёжик пытается сделать проход в ноги. Так? Именно. Так, ну, ёжик, просунь руку крошку под мышку, под мышку. Ёжик, щекотно. И на бедро его, на бедро. Да я пробую. Попробуй на другое. Ничего у меня не получится. Ёжик, возможно, у тебя не получается, потому что я знаю, какой прием ты хочешь применить, и готов к нему. А вон идет наш друг Пин, и он даже не догадывается, что его кто-то хочет бросить через бедро. Давай. Стоп.
Стоять! Я давно за ними наблюдаю. Еще мгновение, и ты был бы на земле. А они бы кричали: «Молодец!» Что здесь происходит? Ёжик, нужно объяснить. Вот. И что это? Чудище появляется в темноте из шкафа ёжика. Видишь, само оно большое, а ноги выглядят слабыми. Я вот и думаю, что нужно или подсечку делать, или проход в ноги. Подсечку? Чудищу? Вы серьезно? А что? Мельницу надо делать. И на болевой. Сдаюсь. Чистая победа! Ура! Туда, 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 туда